Чистота – залог здоровья. Особенно актуально это утверждение в наше время в отношении детей. Мойка «Автоблеск» совместно с фабрикой стирки ковров из села Львовского решили помочь местным ученикам и бесплатно обработали автобус школы номер 27. Вымыли его, прохимчистили, сделали антибактериальную обработку, озонирование салона, чтобы наши детки ездили в чистом автотранспортном средстве. И данную традицию, заведенную, мы будем продолжать. Есть у нас много школ в районе. Автобус обработали в рамках акции «Тачка на химчистку». Кстати, поучаствовать в ней может любой желающий. Нужно просто отправить фото своего автомобиля в инстаграм-аккаунт «Автоблеск Львовская» личным сообщением. Самые сложные автомобили сотрудники будут брать в работу.